Я вчера целый день ржал, блин, как вспомню, плю забрал. Вот жизакский плов приехали. Ставка есть своя, что ли? Да. Жизак. А, у них самса тоже есть, что ли? Да, жизак самса, шашлыки. Хе-хе, лишь добро пожаловать. Да. Чаровчи. О, чаровчи давайте. Сколько? 2-3? Чаровчи давайте. 3? Пупырышка. Сейчас уже все, да? У меня вот как холодно становится, не тянет на свежее. На соленый голову. По сезону. Да. Торты? Все остальные плачут, что там русские ребята работают. Я не знаю, почему они не развились. Ты что, чарочил это? Это да? Мы это усугубляешь. Это мы делаем из ачучука чарочил. Вот там же, когда старый Камалон был, и там рядом самсу делали. Да, а самсу-то нет у нас отдельно. А сейчас уже. Это каждый по килограмму, кажется. Да. Я тебе не мешаю? Совсем другая скала. Опитали. Я на то толку берем. Толку питаться там? Там мега бульвар откем, да? А чем отличается джузов? И к там штан. Там диетический. И к там штан. А я вас шаг сто, да? Там мега бульвар все болит. И к тебе бульвармыз. Коганыз обирамыз. А, шаг каламыз, да? Знаете, я в доле. Ох, ох, ох. Держите. Да, ставь. Я не могу, вы здесь снимаете. Джизакский плов, да, такой? Да. Просто шикарно. Вот такой пловный вертолет сегодня. Да, мощный. И вертолетный плов. Куда заказываете? Да? Да. Алишерыки. Удивили. О, чипсинки вот. Да. Червячки. Червячки, да. Как я давно это, хотел попробовать. Думбафри. Аппетита. Красота. Рисники. Сладенькое, сладенькое. Могу взять. Это с бараниной, да? Лазер, баранина. Красота. Чесночок. Да, красота. Пещеру углубили. Мне что нравится здесь этот самый рис именно такой вот. Все, его не будут ждать там, когда кто-то что-то. Полдня. У нас убрали эту фотографию, на вопрос не ответил. Суперсекретный агент. В 90-х годах туда переехал. Его жизнь заставила здесь вот кого-то. Еще размазали вот так. Раздавили, да. Он убил, что я будем уехал делать? Туда. Да и дальше делать? Профессор, а потом выкладывали. Когда размазан плов. А приговаривать надо?
Олиля. Черный хороший перец попался. Кушаю там, я там. Вот это да, делаю. Ерунду показываю, да, нахуй никому. Сейчас у нас так. А это что, блин? Ты идешь в зал, и ты тут тренируешься. Ну, и цифры есть хорошо. Можно заправиться. И вы по телефону просто. Ребят, вот 2 килограмма. И то это 35 еще. Нет, Сашина тут. Он был такой.